Не знаю, как будет со звуком. Ветер очень сильный. На древних дорожках и тропинках сейчас катать нельзя. Все забетонировано просто. Невозможно лопату воткнуть. И ха-ха, начали наконец-то распахивать Русь. И первой на сегодня находкой — кольцо. Вот такое вот замечательное, зеленое. Я его, естественно, отмыл. Колечко. И, кстати, по поводу отмыть. Я теперь с собой беру вот баночку с водичкой, с мыльным раствором и тряпочку влажную. Поэтому стараюсь покрасивше показать находки. Вот такое вот зелененькое. Зелененькое древнее колечко. Кстати, может быть, это эмаль даже. Хотя навряд ли. По диаграмме медь. Отлично. Очень красивая вещица. Ха-ха-ха. Иду дальше. Второй год хожу по этому полю и не попался ни одной монеты. И наконец-то первая монета за 2 года. И вот попалась вот такая вот монетка, копейка. Но вот, кроме надписи «Петр, царь Петр», на ней больше, в общем-то, ничего не просматривается. Вот такая вот копеечка Петра попалась. Впервые за 2 года на этом поле ни одной монеты за 2 года, кроме этой, я пока еще не нашел. Ну, кольца, перстни, больше монет не было. Это первая монета. И вот опять иду к машине чайку попить и кусочек перстня. Ни одного целого перстня, вот кроме сегодняшнего кольца, я не нашел в этом месте. Вот так вот. Очень часто так бывает. Идешь к машине, и попадаются предметы. И вот первая конинка за 2 года попалась. Первая. В общем, это направление я закрываю, так как за 2 года практически никаких находок не было. Поэтому с урочищем S